Лаухтина. Чем заняться в осенние каникулы? Что интересного можно увидеть? Есть новости, и я готова поделиться. Октября стартует фестиваль детского кино. В программу фестиваля входят три российских фильма: «Дневник мамы первоклассника», «Тайны темной комнаты» и «Приключения маленьких итальянцев». А фильмом-открытием фестиваля вступает картина «Амазония. Инструкция по выживанию». Каждая из этих картин несет свою идею. Одна учит нравственности, другая — любить природу, третья — радоваться жизни, уметь дружить и ценить близких. Не это ли главное в жизни? В фильмах принимают участие любимые актеры: Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Галина Польских, Константин Крюков, Нина Маслова и многие другие. Приходите, будет интересно! С вами была Дарья Лаухтина. До следующих новостей! Дашенька, все отлично!